Славянский район – один из немногих, на территории которого сохранен и работает муниципальный детский лагерь для летнего отдыха «Ровесник». В этом году в нем отдохнут и оздоровятся более 200 славянских ребят. О том, как отдыхают ребята, чему учатся и с какими впечатлениями будут возвращаться домой, узнали наши корреспонденты. Вот так ярко, весело и зажигательно начинается каждый день в детском оздоровительном лагере «Ровесник». Он открылся в начале июня. За 2 месяца здесь отдохнуло более 150 славянских ребят. Сейчас в лагере проходит уже 4-я по счету смена, и называется она «Форум лидеров». Смена объединила школьников со всего района, победителей районных, краевых и всероссийских творческих конкурсов и олимпиад. Наша смена – это профильная, форум лидеров. Мы проводим квесты, диспуты на выявление лидерских качеств. Ну, даже если кто-то здесь не лидер, то мы постараемся выявить этих лидеров. Ребята здесь все хорошие, задорные. Мы не просто здесь учимся чему-то, мы еще просто отдыхаем. Для занятий и отдыха в «Ровеснике» созданы все условия. Ребята живут в благоустроенных комнатах по 3-4 человека. Заходите. Дарья Летяга живет в комнате вместе со своими одноклассницами. Девушки учатся в 29-й школе станицы Петровской. В лагере «Ровесник» они отдыхают впервые и очень рады, что появилась такая возможность. Нам очень нравится. Этот лагерь безумно интересный. У нас каждый вечер проходят интересные сценки, мероприятия, где у нас участвуют все отряды, участвуют задействованы все дети. Каждый день в детском лагере «Ровесник» расписан буквально по минутам. Подъем в 7 утра, затем зарядка, завтрак, ну а после начинаются всевозможные тематические мероприятия. Дважды в день ребята ездят на море. Солнечные морские ванны они принимают на пляже «Оазис», куда их доставляет школьный автобус. Чуть больше 5 минут в пути, и их встречает ласковое Азовское море. В лагере «Ровесник» я уже не впервой, ну, по счету это второй раз. Мне очень нравится в этом лагере, он очень познавательный, в нем находишь новых друзей, новые общения, новые знакомства. Ездишь на море, купаешься, веселишься с новыми друзьями. На море дети находятся до полудня. Купаются, загорают, строят башни из песка, играют в мяч, соревнуются в перетягивании каната. После возвращаются в лагерь, где их ждет вкусный обед. Меню разнообразное. В день, когда мы снимали репортаж, ребят кормили борщом, гречневой кашей с мясом и овощами, на третье – компот. После обеда по расписанию лагеря тихий час. После насыщенного дня дети должны отдохнуть и набраться сил. Ведь вечером их ждет не менее насыщенная программа. Конкурсы, дискотеки, творческие вечера. В общем, «Ровесник» – это место, из которого не хочется уезжать и обязательно хочется вернуться. Тут очень много друзей, очень хорошие люди, очень хороший лагерь. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».